Всем привет, я уже проснулась, я уже приготовила себе чай. Сейчас я буду готовить себе овсянку, я ее положила на головку уже. Все, и уже собралась, вот оделась, вот так вот я пойду сегодня в школу, в такой мальчике, она длинная, там мама моя. Я буду в косичках и в таком кончике, так же в колечке. Для красоты. Так, это что? Мама, ты пойдешь в этом? Чик-чик, ты мне мама подарила. Это типа ботинок тебе, да? Это как ботинок? Кроссовок, типа ешь. Это стирка подошва, а внутри точилочка. Давай. У нас был контрольный диктант по-русски. Да, 25. Можно заниматься своими делами, да? 24. И кто еще не дал? Будем в кавычках заполнять. Видите, какая большая конструкция. Гитлер. Я не знаю. Жена Виктора точно спалит. Мастер, пишу, конечно, скажу так. Так, что там дальше? Труд. Оп, меняй. Состояние. Это состояние нижней части атмосферы. Нижней части атмосферы. В данный момент. Я уже пришла со школы, уже забрала портфель, сейчас пойду я на тренировочку. Как мне нужно снять, о, как раз кулончик взялся сам. И нужно еще снять картину. Сейчас я уже буду собираться и пойду на тренировку. И я беру вас с собой. Всем привет, сейчас я уже вышла из дома и сейчас я пойду уже на остановку. Я иду пешком на остановку, потому что я люблю больше ходить пешком на остановку, чем ездить на автобусе. Это мне как-то кажется лучше, тем более я еще успеваю заходить в магазин. Это хорошо. В общем, сейчас я уже подхожу к остановке. Сейчас должен выезжать автобус, но я на нем не поеду, потому что я пойду пешком, как я сказала. Я уже подхожу на улицу дальше. Я уже приехала домой, и сейчас я иду домой.